Всем привет, это канал Макарова Подворье. Вот он наш Усвятский рынок. По средам и средам и пятницам здесь вот палаточки. Купить можно вообще все, что угодно. Вплоть до обувь, трусы, носки. Для парников, для огородов, лопаты, грабли. Ну, в общем, все, что хочешь. Вот здесь. И вторая площадка перед этим самым, перед магазином «Пятерочка». Здесь вот на машинах приезжают, и Смоленская область, Беларусь приезжает. Вот здесь ряды. Сейчас выйду, покажу. Ага, хорошо. Сколько здесь всего. И постельное белье, матрасы, подушки. Блин, очки, оптика, техника. Ну, в общем, все. Все можно купить. Вот палатки. Сегодня хороший солнечный день, поэтому народа много приехало торговать. Ну, надеюсь, что все они уедут с хорошей выручкой. А наши односельчане приезжают сюда с деревень, с окрестностей, закупаются продуктами. Ну, вот, потому что как бы магазинов вот в деревнях, ну, только один магазин какой-нибудь кооп продуктовый. Вот. А вещи, конечно, вот, ну, иногда что-то надо подкупить для хозяйства, там, для это самое. Часто бывают распродажи, приезжают пластиковые ведра, продают. Вот у них вообще цены, ведро стоит там 60 рублей пищевое 70, а так 60. Они такие крепкие, их вообще ничем не сломать. Вот, вот там вот за синим тонаром стоит наш любимый секонд-хенд, где все дешево и где мы одеваемся. Большое спасибо всем, кто приезжает и помогает нам оставаться, ну, не то что на плаву, мы все на плаву, но, ну, помогает нам быть красивыми, например, вот, скажем, даже так, детка много, ну, все, канцелярия, все, что хотите, все есть. Ну, вот такой у нас рынок. Две аптеки в Усвятах есть. Вот эта, она вроде бы как, может быть, немножко частная, но цены, и есть такая государственная, но они, цены практически одинаковые, то есть как бы ничего тут не завышают. Если надо какое-то лекарство, а его нету в наличии, то можно заказать, и его закажут, ну, там где-то на базе, что ли, и привезут, и выкупишь. Вот здесь подушки, из Великих Лук везут, из Москвы, то есть в Луке они в Москве закупаются, вот здесь, вот, все, куртки, посуда, всякое разное, все есть. Вот, там дальше будут цветы, рассада всякая продаваться, вот, валеная обувь, вот тут такая, ну, по-моему, это промышленная она все-таки, вот такие вот валенки, как бы, с галошками там, такие есть. Ну вот, для рыболова все есть. И обувь резиновая, пластиковая, всякая. Вот все, очень много всего. Рубашки ночные, джинсы, брюки, шапки. Ну, в общем, есть такие ларьки модные. И есть ларьки такие дорогие, ну, в смысле, точки. То есть, например, там трусы 500 рублей. Да, 500 рублей. А есть такие же трусы за 100 рублей, бамбуковые. Ну, как они называются, бамбуковые. Вот. Вот, например, вот какие тут цены. Знаете, все, что хочешь. Хорошее качество. Мы здесь даже покупали носки. Все можно выбрать, все посмотреть. Вот здесь 50 рублей. Такие веселенькие, детские, женские и мужские. Всякие. Вот здесь эти толстовки. Тоже всякие размеры, расцветки. И цена у них, не знаю, сколько. Сейчас даже спросим. Ну, качество такое очень приличное. Такие они толстенькие, на флисе даже. Вот такие. Здесь дорога к нам вот домой, вот магазины как бы, вот на Тонаре картошку с Тонара продают. Здесь вот так. Вот здесь и оптика, вот там вот рассада, носки шерстяные, магазины. Вот. Ну, сейчас пойдем мы дальше посмотрим. Вот там саженцы продают даже. Можно купить там яблони, груши. Ну, короче, опять все, что хочешь. Вот.
Вот какие красивые шапки, пушистые, мохнатые и меховые. Вот эти все магазины на диване, здесь намного все круче, что можно и попробовать, и померить, и в зеркало посмотреться. В общем, и качество вполне приличное. Ну и цены такие не заоблачные. Вот здесь пуховые платки такие прям толстенные. Это, по-моему, Дагестан, козий пух. Ну вот, они очень теплые, шикарные. Вообще, конечно, как подарок или так себе даже для теплоты. Очень-очень хорошо. Вот мед кто-то держит, пчел. То есть все это продукты пчеловодства. Здесь продается и пыльца, и перга, и мед, и дают попробовать. И все это полезно, и все это натуральное, все это оригинальное, все это со своих пасек. Тут торгуют в основном работяги, которые сами это все делают. Но, между прочим, даже съездить за шапками куда-то, это же тоже труд, правильно? Я ж не брошу свое хозяйство, не поеду ни в какую Москву за какими-то там шапками. Вот и подарки, и сувениры. Вот очень много деревянных поделок. Вот это тоже же все ручная работа. Всякие штучки, дрючки, тут всякие. И вот домики-подсвечники, и копилки, и на дверь, и в баню, и ну, в общем, все. Ну, это все вот ручная работа. Ну, тут игрушки тоже для деток. Вот всякие консервы тоже хорошего качества привозят. И, ну, в общем, купить можно вообще все, что хочешь, все, что хочешь. Цены нормальные такие, не дороже, чем в Пятерочке, а качество, я даже думаю, что оно намного-намного выше. Ну, здесь у нас что? Здесь пластиковая посуда, ведра, дуршлаки, банки, все для закруток, всякие крышки на все размеры, все для консервирования, ножи, чистки, закаточные машинки, банки всякие, всяких разных литражей. От самой малюсенькой, там 200, даже 50 грамм баночки есть, и до 3-литровой с закручивающимися крышками. Ну вот, вот такие крышки, вот такие вот крышки. Мне даже непонятно, почему, например, вот эти стоят 250, а эти 300. Ну там какое-то покрытие внутри идет, крышки, и как бы, наверное, из-за этого. Вот садовый вар. Ну, в общем, разнообразие такое. Вот шинковочная, например, машинка. Не машинка, а ну, такой нож шинковочный. Весы, ну все, что хочешь, все есть, все можно купить. Вот здесь у нас, что у нас здесь? Здесь ларечек, там тоже крышки. Такие вот, смотрите, какие домики красивые. Покрыли этой кровлей. И все миленько, чистенько, аккуратненько. Вот там еще секонд-хенд, вот машинка белая стоит. Но там все, конечно, очень дорого. Там кофта какая-нибудь бэушная, ношенная, стоит 600 рублей, там 700 рублей. Но здесь вот консервы тоже Белоруссии, мясо, всякие рульки, фигульки, колбаски. Очень все вкусное. Ну вот, здесь вот, смотрите, какой красивый домик какой-то был, я не знаю, сарайка какая-то, переделали, обляпали, обтяпали. И продают там овощи, фрукты, всякие там свои консервы и все, что хочешь, вот и веники, и все. Ну вот, а здесь, это вот это наша аптека, вот это вот здание. Вот. А здесь продается, приезжает машина, с питомника привозят всякие растюшки. Вот и туя, и кедр, сосна. Все это вот районировано. До сих пор продаются еще розы. Они цветут. Здесь я покупала розу помпанеллу. Она прекрасно прожилась, цвела. И, в общем, все очень хорошо. То есть все, что было на фотографии, мы сфотографировали фотографию. Вот. И такая роза и получилась. Такая же она и зацвела. Очень большой выбор. Вот я смотрю, рододендрон, дерен, лаванда. В общем, изобилие. Изобилие. Все сорта груш, яблонь. Вот это ива привитая. Ну вот, здесь можно купить, например, усы клубники. Сейчас как раз сезон. Вот я смотрю, персик юбилейный. Персики еще какие-то. Вот очень-очень-очень много. То есть можно развести у себя запросто южный сад с персиками и абрикосами. Вот. Ежевика я вижу. Черноплодная какая-то вот эта. Вот. Ну, короче, вот такая жизнь здесь. А вон цветочки около аптеки посадили. Ну, чтобы
Все тут за красоту и эстетику. Вот посадили, видите, сами там. Пускай это шина от колес, это, по-моему, сальвия. Может быть, ошибаюсь. Там петуния, еще что-то. Вот. Ну вот, короче, вот так живет поселок городского типа, наверное, или как он? Ну, у Святой. Он же, это, район, это, у Святский район. Вот, короче, почтовое отделение, даже мы когда посылки посылаем. Вот, короче, у Святский район. Ну, а вот, конечно, пятерочка, куда без нее деться. Ну, мы туда и отправляемся.